Здравствуйте, друзья, меня зовут Кроссфилд, и сегодня я вас научу пользоваться программой TeamSpeak и плагином Walkie-Talkie, который в простонародье называют эффект рации. Скачая версию TeamSpeak 3.0.3, более ранние версии я вам не рекомендую качать, поскольку плагин Walkie-Talkie не будет должным образом сопрягаться с новыми версиями. Качать я тоже не буду, поскольку оно у меня уже все есть. Ну, вы скачаете, и ничего там сложного нет. Запускаем скачанный нами TeamSpeak. И устанавливаем, соглашаемся. В общем-то, опять же, не буду устанавливать, поскольку оно у меня есть. Все это, ссылку на TeamSpeak я выложу в описании под видео. Там и на систему 64-битную и 32-битную выложу, и плагин Walkie-Talkie. На все ссылки будут. Можете по этому поводу не волноваться. В общем-то, установили мы TeamSpeak. Сразу же переходим к установке Walkie-Talkie. Соответственно, эффекта ради. Указываем путь, где хранится наш TeamSpeak. Вот. Допустим, вот здесь. И жмем install. Никаких там ошибок не должно быть, все будет хорошо. Я устанавливать не буду, оно у меня уже есть. Запустим TeamSpeak. И в данном видео я преимущественно обращаюсь к игрокам Majestic. Они смогут подключиться к нашему каналу путем ввода IP teamvoice.ru 9987. Здесь вводим никнейм, ну а пароль оставляем пустым. Подключаемся и видим очень-очень-очень много комнат. Разных комнат. Как же подключиться к комнате Majestic? Мы жмем, переходим на английскую раскладку, жмем несколько раз клавишу M английскую и переходим вот сюда. Пароль от этой комнаты Majestic. Маленькими прописными буквами. Подключаемся. И вот мы здесь. Мы можем разговаривать. Но плагин Walkie-Talkie у нас еще не включен. И он работать у нас не будет. Переходим в плагинс. И видим вот такое вот поле. Оно у вас будет пустым, вот как сейчас. Нажимаете здесь галочку. Закрываете, и все, вы можете говорить. Уже с эффектом рации. И слышать вы будете тоже людей с эффектом рации. Но я бы вам советовал обозначить клавишу, по которой вы будете разговаривать. Сейчас вам покажу, как это сделать. Переходим в Options, Capture. И видим вот здесь Push to Talk. Допустим, у меня сейчас клавиша NUM1. Соответственно, нажимаю NUM1, меня будут слышать. Как только я буду отжимать эту клавишу, меня слышать не будут. То есть сейчас у меня NUM1, ставим вот здесь вот, заполняем вот этот кружочек, вот здесь вот жмем любую вам удобную клавишу, у меня это NUM1, у вас там может быть 2 или еще чего. И все, мы можем разговаривать, нажимая эту клавишу. Протестировать вы сможете, вот, нажав Begin Test, и тут NUM2. Сейчас нажимать не буду, поскольку на видео это не очень хорошо отразится. Поэтому, ну, в общем-то, сама технология здесь не сложна. И как закончили тест, жмем стоп-тест и все. В общем-то, все. Существует две комнаты. На данный момент две комнаты. Это LCPD и EMS. Что в переводе значит МЧС. Это те комнаты, которые нуждаются в рациях. То есть, допустим, банды или же мафии рации иметь не будут. Соответственно, комнат здесь тоже нет. В будущем, может быть, расширим наш, как бы, диапазон этих комнат. Ну, посмотрим. Число, вернее сказать. Пароль от этих комнат вам даст лидер. Лидер фракции. В общем-то, надеюсь, все. Всем спасибо. Ах, чат. Еще чат. Писать вы сможете, вот переходя вот на эту ссылочку. В личку здесь писать также можно. То есть мы в
заходим сюда, видим вот, допустим, одного человека, жмем на него два раза, и вот видим его личку. И пишемся с ним там. Привет, как дела и тому подобное. То есть, что вас интересует? Все, в общем-то, уже все. Всем спасибо, всего доброго, с вами был CrossWorld, пока.